Всем здрасте, это я, Виталик, тебе привет, твои любимые пельмешки. Ты же просил сегодня, вот, будем с Уксиком пельмешки. Я думаю, что хватит, да, Уксик? Такие вкусные, аппетитные пельмешки. Давно мы не ели с вами пельмешки. Вот так вот. Сиамской кошке привет. Вы представляете? Я раньше всегда досаливала, а сейчас мне пересолено. Что за фигня? Такое ощущение, что тут соли вакуумная маленькая тележка. Странно. Вот как-то так. А вы чем занимаетесь? Ой. Я вот сегодня Леночку смотрела, как она с мамой ходила в магазин. А я тоже хочу сходить в магазин, но пока сил нет. Я не знаю, может, светофор. Хочу, короче, это. Палочки. Кузя с банановой попробовать. И клубничный. Клубничные. Банановая клубничная палочка. Еще соседка должна таблетки купить мне. Рассасывающая. От кашля. Ну, вот так я в такси ехала, когда вечером ездила на снимок легких-то на КТ томографию. Мне, короче, кашлять начала. Он говорит, надо масочку одеть. Я, конечно. Таксист такой смешной попался. Где-то, знаете, где-то конфетку от кашля. Кстати, помогла. Пока ехали, я не кашляла. Я говорю, как это называется? Он говорит, не знаю. Жена придала. Я говорю, понятно.
Вообще как-то не странно. Туда увозят, а обратно нет. Так ведь. Угощайся, Виталик. Вкусные пельмешки с майонезом. Я, короче, пойду в баню скоро. Так что не забудьте написать Ириночка с легким паром. Надо же помыться, завтра на прием пойду. К терапевту. Посмотрим, что мне терапевт скажет. Какое лечение назначит? Так ведь, так ведь. Мне комментарий понравился, как она не болеет. Она говорит, столько шерет. Она нифига не болеет. Сколько я ем? Я мало ем. Ладно, короче, на этом всем пока. Пишите свои комментарии, да, читаю. Ставьте лайки и подписываемся на канал. Всем пока-пока.